перед нами новинка от Land Rover Discovery Sport. Прошу обратить внимание на его дизайн. Это новая концепция Land Rover. Машина впечатляет своими пропорциями. Абсолютно новая оптика. Немножко другие размеры. Машина стала на 6 сантиметров шире, на 10 сантиметров длиннее своего предшественника Freelander 2. Все эти прибавки сказались на удлиненной колесной базе, что дает дополнительное пространство и комфорт для пассажиров. Машина получила 3 двигателя. Это известные нам по модели Evoque дизельные двигатели объемом 2,2 литра мощностью 150 либо 190 лошадиных сил. Бензиновый мотор 2-литровый с турбонаддувом мощностью 240 лошадиных сил. Данные двигатели в сочетании с 9-ступенчатой новейшей коробкой передач дают хорошую динамику и при этом экономичны. Дизельные моторы в среднем потребляют 6 с небольшим литров топлива, а бензиновый мотор около 8,5 литров. Все дизельные машины оснащаются для российского рынка системой V-Basta, что особенно актуально в наших условиях. Автомобиль оснащается постоянным полным приводом. Кроме того, здесь используется знаменитая система Terrain Response, запатентованная компанией Land Rover, которая настраивает автомобиль для различных типов дорожного покрытия. Предлагается на выбор 11 вариантов окраски кузова, причем есть 2 варианта контрастной крыши, что делает автомобиль более индивидуальным. На выбор большое количество колесных дисков. Предлагается также в качестве опции даже 3-й ряд сидений. Он позиционируется как 5 плюс 2, то есть в основном эти сидения предназначены для детей. Но также взрослый человек может на небольшие расстояния передвигаться на 3-м ряду сидений. Даже в базовой комплектации автомобиля очень богатая. Присутствует биксеноновый свет, присутствует задний парктроник, присутствует комбинированный салон кожи и ткань с электроприводами сидений в 8 направлениях. Естественно, такие вещи, как двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, подогрев зеркал, большой сенсорный монитор, присутствие функции Bluetooth, круиз-контроль. Это все в базовом оснащении автомобиля. Естественно, предлагается на выбор широкий выбор опций. Здесь и система слежения за разметкой, здесь и система, которая предотвращает столкновения на небольших скоростях. Здесь есть даже система, которая может контролировать глубину брода, если вы преодолеваете водное препятствие, и сообщать вам о том, когда уже дальше ехать не стоит. Есть система мониторинга слепых зон и приближения автомобилей сзади. Есть система помощи, вернее, даже не помощи, а автоматической парковки, которая может парковать автомобиль параллельно, перпендикулярно и помогать при выезде с парковки. Также новейшая система, которая помогает при выезде с парковки задним ходом, которая будет отслеживать расстояние справа и слева позади автомобиля и сообщать о приближении транспортных средств, что позволит вам избежать неприятных ситуаций. Мы ожидаем старт продаж в апреле месяце. Тогда будет доступен тест-драйв и доступны автомобили в продаже. Сейчас мы готовы принять предварительный заказ, и при оформлении такого заказа вы получите свой автомобиль в числе первых в городе Челябинске.